В День семьи, любви и верности в законодательном собрании региона прошел круглый стол по вопросам поддержки многодетных семей. Причем дату не подгадывали, так совпало с праздником. Встречу провел председатель законодательного собрания Евгений Люлин. В Нижегородской области проживает более 27 тысяч многодетных семей. Вопросов бесчетное количество. Получение разного рода пособий и льгот, в том числе в части оплаты коммунальных услуг, жилищные, транспортные вопросы и многие другие. Чтобы дать на них конкретные ответы, а главное, решение, власти предложили создать специальную рабочую группу, которая проанализирует федеральное и региональное законодательство о мерах социальной поддержки многодетных семей и выработает дополнительные инициативы. Мы обсуждали федеральное и региональное законодательство. Говорили о том, что надо совершенствовать меры, которые сегодня существуют. Безусловно, надо расширять эти меры, потому что для любого государства семья – это вообще основа, опора для развития экономики, социальной жизни, политики, все что угодно. Важно понять, где не работают те законы, которые мы уже приняли. Соответственно, есть проблемы в реализации, да, и разобраться с каждым индивидуальным случаем, понять, необходимо ли внести, например, в нормативную базу какие-то изменения, чтобы таких случаев, таких проблем с реализацией больше не было. Мы сегодня акцентировали внимание именно на проблемах многодетных семей. Это жилье, это трудоустройство родителей, это денежный выплат. Это поступление наших ребятишек в СУЗы и ВУЗы. Мы озадачили наше правительство. Думаю, что будут результаты положительные, и все у нас получится.